Всем привет. И еще раз. Кот у меня пытается микрофон сделать. Всем привет. Очень рад вас приветствовать. И очень жаль, что не могу делать это лично, когда мы находимся друг напротив друга в каком-нибудь классном местечке. Но времена такие. Сейчас обстоятельства складываются таким образом, что мы это делаем по эту сторону экрана, а вы находитесь рядом со своими близкими в комфортной обстановке, в домашних условиях и слушаете нас на своем диване, надеюсь, любимым и еще не успевшим вам надоесть. Уже 2 года мы делаем продукты вместе с блогерами в линейке Organic Kitchen. Таких продуктов уже более 90, и сегодня мы готовы презентовать вам 14 новых супер-классных продуктов. Сделали мы их вместе с яркими артистами, классными блогерами и профессиональными бьюти-экспертами. Напомню, что сотрудничая с трендсеттерами, даем им полную свободу, а вместе с ними работают лишь наши технологи-бренд-менеджеры, которые занимаются помощью в выборе упаковки, необходимой текстуры, ароматы. В общем, продукты выходят именно такими, какими хотят их видеть наши эксперты. Ну что ж, передаю слово Вике. Привет! Сегодня мы представим вам наших новых и уже полюбившихся вам по предыдущим коллаборациям авторов, которые придумали еще 14 необычных, доступных, а главное натуральных продуктов. Нашу первую героиню зовут Марина Васад, и это уже наша вторая с ней коллаборация. Мари с 2013 года ведет свой лайфстайл-блог, который вдохновляет зрителей исследовать мир, быть независимыми, здоровыми и уверенными в себе. Мари на этот раз создала моделирующий крем, о котором расскажет нам прямиком из Лос-Анджелеса. Всем привет! Я хотела рассказать вам про нашу вторую коллаборацию с Organic Kitchen. Наш второй крем — это подтягивающий крем для тела I got it from my mama. Каждый раз, когда я произношу, я должна петь эту песню. Я хотела второй продукт сделать отличающимся от нашей первой коллаборации лосьона Bad Bitch Glitter Lotion. Сделать его, с одной стороны, и более универсальным, но также сделать его направленным на подтягивание и увлажнение кожи, так как сейчас многие из нас активнее занимаются спортом, просто хотят больше внимания уделить уходу. Мне бы хотелось вам сказать, что делает этот крем таким особенным и почему это сейчас мой фаворит среди просто ароматов даже. Я очень хотела настоящий древесный аромат. Вот чтобы ты, когда наносишь этот крем, у тебя было чувство, что ты в лесу. И мы сделали крем с ароматом сосны. Вы наносите его, и у вас такое чувство, что... Посмотрите, какой закат. Да. Мы десятки вариаций испробовали, комбинируя аромат сосны с сандалом, с другими цветочными ароматами. Но все было, ну, интересно, но не то, что нужно было. И в итоге мы просто добавили вот тот самый идеальный запах сосны. Каждый раз, когда я его наношу, это как минутка медитации, потому что я оказываюсь в самом спокойном и любимом для меня месте. Это лес. Это воспоминания, когда мы с отцом ездили за 3-4 часа от города, чтобы собирать грибы, готовить ужин в лесу, порой ночевать в автобусе отца и утром завтракать опять же в лесу и дальше уже с собранными грибами уезжать обратно в город. В общем, лес — это мое место силы, место спокойствия. Поэтому я надеюсь, что вы полюбите этот крем так же, как полюбила его я. И не только за его потрясающий запах, и также за его яркую упаковку, которая просто это... Упаковка — это взрыв меня внутри. Это желтое, это яркое. Заботьтесь о себе, гладьте себя, обнимайте себя, ухаживайте за собой, своим телом, потому что ваше тело сейчас в вас нуждается, в вашей заботе, ласке и объятиях. Я вас крепко обнимаю, и мне не терпится услышать ваши отзывы об «I got it from my mama». В шапке профиля у нашего следующего героя Геворга написано, что он жемчужина среди визажистов парней, что, в принципе, отлично описывает ситуацию. Добавим лишь, что у него 1000 поклонниц и поклонников по всей стране, самые смешные и дерзкие ролики про косметику, невероятно яркие и смелые эксперименты с макияжем и абсолютно уникальный стиль. Гев создал мини-коллекцию из 3 продуктов, которая обречена на успех. И вот ему слово. Привет, меня зовут Геворг, я визажист и бьюти-блогер, у меня есть блог в Инстаграме и в Ютубе, и, конечно же, я хочу поделиться с вами новинками, которые мы выпустили вместе с Organic Kitchen и со мной, потому что я кто? Геворг, очевидно же. Погнали! В первую очередь я хочу рассказать о том, что, создавая данную коллекцию, я основывался на максимально простых продуктах, которые может использовать любой человек. Скорее всего, этот продукт, Lip Blusher, вы будете использовать в качестве блеска на губы. На данный момент он у меня на губах, да? И продукт очень круто подчеркивает ваш естественный
оттеночек губ, усиливает его на 1-2 тона ярче и имеет сияющий, а не матовый финиш. Очень крутой прием нанести буквально остаточки с губ себе на щеки для того, чтобы ваш естественный румянец проявился. Именно поэтому, придумывая название данного блеска, я называю его Lip Blusher. То есть своего рода румянец для губ и для щек. Но на щеки чистоганом много не наносим, потому что это будет очень ярко. Хотя, если вы хотите очень ярко, почему бы и нет? Так, с этим продуктом все максимально ясно и просто, я думаю. Lip Blusher для губ и чуть-чуть для щечек. Подчеркнуть свежесть, создать свежесть, подчеркнуть вашу естественную красоту. Ничего сложного, все просто и элементарно. Следующий продукт, на который я хочу сфокусировать ваше внимание, я думаю, что этот продукт нужен всем, потому что данное средство идеально удаляет любую косметику. Независимо от того, красить вы легко или достаточно стойкий, яркий продукт, да, очень много пудры, много туши, еще что-то. Оно черного цвета, это гидрофильное масло, круто распределяет косметику, расщепляет ее и удаляет ее с вашего лица. Начнем с того, что вы набираете продукт отсюда, распределяем на лицо, потом либо мочим тканевую салфетку и начинаем массажными линиями снимать продукт, либо просто начинаете под водичку взаимодействовать воду с этим продуктом на лице по круговым движениям и просто водичкой смываем продукт. При контакте гидрофильное масло превращается в молочко, круто удаляется, и вы сразу видите, да, черное гидрофильное масло сделано специально для того, чтобы если к нему касается вода, оно эмульгирует, и оно становится серого цвета, и вы понимаете, что продукт уже эмульгировал, его можно полностью удалить с лица. Бережно очищает кожу и безупречно справляется с ежедневным вашим макияжем. Все просто, можно пользоваться этим каждый день. Следующий продукт, который я хочу вам показать, он больше для того, чтобы поиграться, создать себе веселое настроение и не относитесь к этому продукту супер серьезно. Это гель-блеск-хайлайтер для лица, для тела, куда угодно. В нем очень много сияющих частичек, и им прикольно нанести себе на щеки, на выступающие участки типа хайлайта, на глазки, можете нанести на тело. Если вы одеваете довольно открытую одежду, вы можете нанести это на ключицы, на тело, на руки. Довольно круто блестит и создает впечатление таких, знаете, типа феечных напылений, поэтому он называется Pixie Dust. Пыльца фей. И на этом все. С вами был Георг специально для вас. Рада представить вам Наташу Кореневу. Она профессиональная модель уже 12 лет, а недавно она создала модельную школу на YouTube, где рассказывает свою историю, делится опытом и безвозмездно обучает девочек азам профессии. В Инстаграм у Наташи десятки фотографий в самых необычных образах. Ну а в жизни она обычно очень милая девушка с очаровательным румянцем на щеках. Всем привет, меня зовут Наталья, расскажу немножечко о себе. Я являюсь профессиональной моделью уже примерно 12 лет и также занимаюсь блогингом в сфере лайфстайл. Сегодня наступил для меня очень важный день, потому что мы запускаем мой косметический продукт совместно с Organic Kitchen. Мы запускаем мои румяна, которые выглядят вот так вот. Почему именно румяна? Если бы меня спросили когда-нибудь такой вопрос, Наталья, что бы взяли с собой, если бы, не знаю, можно было бы взять только одно средство, я бы, не раздумывая, сказала про румяна, потому что их можно нанести на губы, на щеки, вместо теней, и ваше лицо всегда преобразится, оно приобретет очень такой свежий оттенок, у вас будет отдохнувшая кожа. А в нашем случае у нас еще в составе масло авокадо, и оно будет дополнительно питать, увлажнять и делать вашу кожу еще мягче. Поэтому обязательно попробуйте, а я сейчас вам покажу наглядно, как они освежают ваше лицо. Можно наносить пальчиками, что я и сделаю, на губы. Вот такими вот вбивающими движениями, как будто наношу бальзам. И он даст дополнительный объем моим губам. А для щечек возьму кисть. Но можно использовать и пальчики, кому как удобнее. И нанесу, так вот улыбнусь, и на щечки, вытягивая наверх, потом вбивающими движениями
нанесу румяна, чтобы выглядеть более свеженькой. Видите, какое сразу преображение с этой стороны. И то же самое продублирую с другой стороны. Очень надеюсь, что вы видите, насколько преобразилось мое лицо, насколько закончен сейчас выглядит макияж. В любом случае, несмотря на то, что сейчас такой тяжелый период для нас всех, мы остаемся дома, либо, как я, гуляем сейчас в машине, мы не забываем ухаживать за собой, иногда краситься, чтобы поднимать себе настроение, или просто, чтобы выглядеть дома красивой. Почему нет? Не только же на людях, правильно? В общем, берегите себя, будьте красивы и сияйте. Певица Ксения Луговая стремительно набрала популярность под своим сценическим псевдонимом Кая. Она исполняет песни в жанре поп-латино, зажигательно танцует и заряжает поклонников своей нескончаемой энергией. Не так давно Кая запустила челлендж «Зажжем огонь», который за 2 недели посмотрели 7 миллионов человек. Вместе с Organic Kitchen Кая создала блистательный продукт. Всем привет! С вами Кая. Друзья, я хочу вам сегодня рассказать о новом продукте, который мы разработали совместно с Organic Kitchen. Это крем-хайлайтер Glow Up для лица и тела. Я очень люблю ухаживать за собой. И мне, как артисту, важно всегда и везде выглядеть безупречно. Для этого я носила баночку с каким-то увлажняющим средством и баночку с хайлайтером для того, чтобы придавать моей коже сияние. Это и вдохновило меня на создание продукта, на создание крема-хайлайтера Glow Up. Органическое масло миндаля, которое входит в состав крема, увлажняет вашу кожу, повышает эластичность и упругость, а масло косточки вишни питает вашу кожу и тонизирует. А мельчайшие светоотражающие частицы минералов как раз и создают это свечение вашей кожи изнутри, сияние. Наша следующая героиня – жизнерадостная, утонченная Надежда Сысоева. Она отлично знакома вам по проектам интеллектуального кабаре Comedy Woman и сериалу Love Is. В Инстаграме она делится своими шикарными фото из путешествий, рассказывает об уходе за собой и записывает классные юмористические видео. Надя создала для нас мерцающее молочко для тела Boom, которое точно поднимет вам настроение. Девочки, привет! Я очень долго думала, чем бы мне вас порадовать на самоизоляции. У меня было очень много вариантов и идей. Записать для вас приободряющую песню. Все пройдет, и печаль, и вирус. Поделиться рецептом своей фирменной яичницы. Берем 2 яйца. Все. Научить вас магии. Но это все не то. И мы совместно с Organic Kitchen придумали для вас мерцающее молочко для тела. Бум! Это просто бомба! Оно делает вашу кожу нежной, красивой и очень вкусно пахнет дымкой. Покупайте в Organic Shop. Наша следующая баночка вместе с журналом. И это не просто журнал, это главный век из ОШ СМИ страны Vegetarian, с которым мы давно и близко дружим. Добавлю, что холдинг Vegetarian включает в себя множество проектов, направленных на развитие и поддержание здоровья и вегетарианства в России и странах СНГ. Слово прекраснейшей и любимейшей управляющей Vegetarian Расе Сергеевне Неполитанской. Раса, тебе слово. Всем привет! Меня зовут Раса Неаполитанская, и я управляющий проектами Vegetarian, которые занимаются развитием вегетарианства, здоровья и осознанности. Кстати, я вегетарианка с рождения, поэтому немножко разбираюсь в вегетарианстве, ЗОЖе и так далее. Идея пришла еще, ну, создание совместного продукта с компанией Organic Kitchen и Organic Shop еще, ну, вообще очень давно, когда я еще с ними познакомилась, с командой и с продуктами, да, и захотела создать что-то свое, что-то, что будет подходить всем, будет натуральным и этичным. И мы вместе с Organic Shop и Organic Kitchen создали, с любовью, кстати, и со всем ответственностью, ежедневный увлажняющий крем Love Vitamins. Это
крем, который зарядит вашу кожу витаминами здоровья. Этот увлажняющий крем для лица, да, в него входит прекрасный ниацинамид. Он дарит укрепление и сияние. Пантенол глубоко питает и очищает, защищает. Витамины Е и Ф оказывают антиоксидантный и антивозрастной эффект. И гиалуроновая кислота в сочетании с кокосовой водой глубоко увлажняет вашу кожу. Собственно, такая красота у нас получилась, да, прекрасный дизайн, все написано подробно, вот, и внутри это все выглядит вот так, смотрите, как красота. Очень круто впитывается, не оставляет жирного блеска, а запах просто невероятный. Даже сейчас, оставаясь дома, нужно не забывать о себе, о своей красоте, о своем здоровье. И обязательно пользуйтесь всякими кремами, масочками, скрабиками, домашними спа. Балуйте себя, любите себя. И, конечно же, здоровье начинается с любви себя. Вот, поэтому я всем желаю терпения и помню, что все к лучшему. Пожалуйста, пользуйтесь, пробуйте, пользуйтесь, давайте обратную связь, как вам этот продукт. И я хотела сказать большое спасибо всей команде Organic Shop, Вике, Виталику, Марии, Юле и всем-всем-всем. И давайте будем на связи. Будем красивыми, счастливыми и витаминизированными. Вместе с Love Vitamins. Спасибо вам, друзья. Наша новая героиня – бизнесвумен Айза Анохина. Она – амбассадор Greenpeace, владелица салона iLab и телеведущая. Совсем недавно завершился ее проект на канале «Пятница. Любовь на выживание». Но совсем скоро она порадует свою огромную армию фанатов новыми классными проектами. Сразу скажу, что у нас далеко идущие планы. Но пока Айза расскажет вам про наш первый продукт. Всем привет, меня зовут Айза, и многие меня знают как телеведущую, как блогера, как человека, у кого есть салон красоты. Но на этот раз я хочу вам рассказать не о себе, а о продукте, который я придумала вместе с Organic Shop. Почему это именно бальзам для губ? Потому что я каждый день по 100 раз увлажняю свои губы, потому что они у меня очень сохнут. Вот, это раз. Во-вторых, они у меня очень большие. Это два. И в-третьих, мне очень нравится, когда у меня губы мягкие, нежные. Мункис. Именно так я назвала свой бальзам для губ. Он очень мягкий. Я выбрала именно текстуру, чтобы она была жирненькая. С нейтральным вкусом. Я не очень люблю, когда очень яркие вкусы. Это просто нейтральный вкус, и губы очень влажные. Я вас уверяю, после того, как вы попробуете этот продукт, вы больше никогда не будете пользоваться ничем другим. А еще мне Organic Shop дает с продажи каждой баночки 50 рублей, которые я перечислю в фонд для помощи деткам, которые болеют очень тяжелыми болезнями. Я буду очень рада, если вы поддержите меня и поддержите Organic Shop. Ну и плюс он, правда, очень крутой бальзам. Мы с Адель Мифтаховой вместе с самой первой баночки в истории с трендсеттерами уже целых 2 года. Мы рады, что в результате нашего сотрудничества появилась целая коллекция, которая, уверен, вам отлично известна. И все же напомню, Адель – это ученый-петрофизик и автор самого популярного телеграм-канала про бьюти «Don't touch my face». В этот раз Адель создала 4 незаменимых сыворотки. И сейчас она сама вам все расскажет. Привет, меня зовут Адель, я блогер, предприниматель, преподаватель, инженер и много чего еще другого. Я написала книжку про косметику, у меня есть своя собственная марка косметики. И, скорее всего, вы знаете меня по такому средству, как очищающий гидрофильный бальзам для умывания и снятия макияжа, который продается в золотой баночке, которую, к сожалению, сейчас у меня под рукой нет. Еще, возможно, вы знаете меня по вот таким средствам. Легкий увлажняющий крем и насыщенный увлажняющий крем, гель для умывания и 2 средства для тела с кислотами. Это гель для душа с салициловой кислотой для проблемной кожи тела и лосьон для тела с молочной и салициловой кислотами для отшелушивания тела. В этот раз мы решили пойти с Organic Kitchen немножко дальше базового ухода, который заключается в очищении и увлажнении, и выпустили целых 4 сыворотки.
Это сыворотка с витамином С, с молочной кислотой, с гиалуроновой кислотой и с салициловой кислотой. Я про все про них сейчас подробно расскажу. Самая первая сыворотка, по которой хочется рассказать, это сыворотка с гиалуроновой кислотой. Это сыворотка, которая, на мой взгляд, в общем и целом, может пригодиться всем, потому что это сыворотка, которая помогает с обезвоженностью. Обезвоженность — это такое состояние, когда кожа теряет воду. Если вы тот человек, который считает, что у него жирная и сухая кожа одновременно, то, скорее всего, у вас жирная и обезвоженная кожа, то есть у вас кожа вырабатывает жир, но при этом теряет достаточно много воды. И для такого состояния как раз нужна вот такая сыворотка, которая будет просто наполнять кожу водой. На поверхности ее обязательно нужно использовать увлажняющий крем. Вторая сыворотка – это сыворотка с молочной кислотой. Молочная кислота – это мягкая альфа-гидроксикислота. Она отшелушивает излишки мертвящих клеток на коже и таким образом выравнивает текстуру кожи, немножко может выравнивать тон кожи, она может немного оздоравливать, если у вас есть редкие воспаления. Но, в общем и целом, она больше подходит для склонной к сухости кожи, которой не хватает сияния, у которой неровная текстура, которой не хватает увлажнения. И, в принципе, 5% молочной кислоты – это немного, но достаточно эффективно для того, чтобы пользоваться этой сывороткой регулярно, то есть примерно 3-2 раза в неделю, в зависимости от того, как ваша кожа реагирует. Следующая сыворотка – это сыворотка с салициловой кислотой. Салициловая кислота – это одно из самых важных средств для проблемной кожи, то есть для кожи, на которой появляются черные точки и воспаления. Салициловая кислота – это жирорастворимая кислота, это значит, что она растворяет жир, который есть на коже и в порах, и таким образом она их очищает и оздоравливает. Так что если у вас бывают черные точки, если вам они не нравятся, если у вас появляется воспаление периодически, то салициловая кислота вам совершенно точно поможет. Здесь ее содержится 2%, это максимально разрешенная в косметике концентрация, и она, в общем-то, и считается в обычной домашней косметике самой эффективной. Четвертая сыворотка – это сыворотка, которая, на мой взгляд, уникальна для такого недорогого сегмента косметики. Это сыворотка с витамином С. Здесь витамин С содержится в форме аскорбилоглюкозида. Это вторая по изученности форма витамина С после аскорбиновой кислоты. Что делает витамин С? Витамин С придает коже сияние. Витамин С осветляет пигментацию. Он, в принципе, делает тон кожи более ровным. И еще самое важное и замечательное свойство витамина С, что это один из немногих ингредиентов, которые, правда, могут омолаживать кожу. То есть они, правда, могут улучшать упругость и разглаживать морщины. Мне кажется, что эта сыворотка тоже, в общем и целом, подойдет всем. Всем, кто хочет, чтобы кожа больше сияла. Всем, кто хочет, чтобы осветилась немного пигментация, чтобы кожа была более гладкая, чтобы она просто каждый день выглядела еще красивее. На этом у меня все. Я надеюсь, что сыворотки вам понравятся и подойдут. И еще одна наша героиня – Снежана Янченко. Снежана – эксперт в области красоты и здоровья. Большую часть времени Снежана живет на Бали, куда мы отправляем ей свой воздушный поцелуй. В Инстаграме у Снежаны более 500 000 подписчиков, и она много рассказывает им о проблемах экологии, удивительных местах, в которых ей удается побывать, и о смысленном уходе за собой, натуральной косметике и правильном питании. Вместе с Organic Kitchen она создала отличную маску, о которой сейчас расскажет. Привет, меня зовут Снежана Янченко. На просторах интернета я известна как блогер, пропагандирующий здоровье, красоту и экологичный подход к жизни. Поэтому коллаборация с Organic Kitchen доставила мне огромную радость. Помимо всего прочего, я больше 5 лет работаю в бьюти-индустрии и являюсь профессиональным визажистом. Я люблю естественный макияж, который лишь подчеркивает природную, индивидуальную красоту каждой из нас, не создавая эффекта маски. Поэтому мы создали этот прекрасный продукт, успокаивающий кожу, маску для лица Natural Beauty. С помощью нее вы сможете быстро убрать покраснение, достаточно напитать кожу и увлажнить ее, чтобы для достижения идеально ровного тона вам осталось лишь немного припудриться. Я очень жду момента, когда вы ее попробуете и почувствуете эту нежность и заботу, которую мы смогли упаковать в эти чудесные баночки. Благодарю за внимание! В каждом пакете, помимо новой коллекции от блогеров, вы также найдете набор «Сделай сам» с нашей органической кухни. А сейчас наш технолог Кристина покажет вам, что с ним делать. Ей слово. Всем привет! Сейчас я вам расскажу, как приготовить соль для ванны в домашних условиях. Для начала нам понадобится соль, после этого мы добавим сушеную клюкву, после чего мы сможем добавить василек, после этого мы добавим 5 капель эфирного масла. Берем соль для ванны. Соль обладает омолаживающим и антицеллюлитным эффектом. После этого добавляем ягоды дробленой клюквы. Клюква возвращает коже упругость и тонус. Теперь
мы берем василек. Василек добавляем нашу соль. Василек бережно очищает кожу и делает ее упругой. После этого мы добавляем 5 капель эфирного масла, после чего ваша ванна наполнится приятным ароматом. Спасибо, что виртуально были сегодня с нами. Надеюсь, что в ближайшее время уже сможем со всеми вами увидеться, поцеловаться, наобниматься, пропутешествовать по прекрасным местам, ну и, собственно, быть в контакте. Прекрасного во мне. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. А пока оставайтесь дома и берегите себя. Котя! Кс-кс-кс. Пам-пам-пам-пам! Много ляпов было или нет? Ну, так вот. Вик, ты не устала? Я переживаю за тебя. Давай еще разочек. У вас микрофон, да, отпал. Ну, ус отклеился. Ну вот, и застряли мы. Поехали. А надо хлопать, чтобы было. Господи, как сложно в свете софитов. Извини, как-то очень странно вышло, но да что уж, ладно, пусть оно. Мне кажется, нормально. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь дома и берегите себя.